Направите благодарственное письмо Вячеславу Ивановичу Шпорту. И зачитываю текст письма. Досточтимый господин Шпорт, городская партийная конференция выражает вам свою глубокую признательность за помощь в агитации на президентских выборах за кандидата от народно-патриотических сил Г. А. Зюганова. Ваши блестящие выступления в трудовых коллективах во многом способствовали успеху Зюганова на выборах. Зная ваши ораторские способности, выражаем надежду на то, что вы и впредь будете оказывать нам неоценимую помощь. Товарищи, я думаю, у нас есть все основания поблагодарить Вячеслава Ивановича. Все, все вежливо, все культурно, правильно? Нет. Итак, вот мое предложение. Значит, дело председателя поставить его на голосование. Нет, предлагаю направить это письмо, поздравительное господину Шпорту, ну и опубликовать его. Thank you.